29 июля в одном из торговых центров города Рязани был выявлен факт реализации мобильных устройств всем известного бренда Apple, а именно телефонов iPhone. Ну вот, данный телефон, он внешне, он ничем не отличается от оригинала, однако, если обратить внимание на неровности самого корпуса, также швы здесь вот имеются недостатки. Кроме того, IMEI, это персональный номер телефона данного, именно, вот, допустим, вот этого, не совпадает с теми данными, что указаны на задней крышке телефона. Со слов предпринимателя, данную продукцию покупал в Москве.